друзья, я выжил в этом поезде. За эти 60 секунд я покажу, как из Джодхпура отправился в Мумбай на индийском поезде слипер-классом. Но это как поехать нашим плацкартом. Говорит, что она красивая. Да мне похуй, я ее трахну. До свидания. В вагоне поезда было зеркало, розетки и целых 3 полки. Нижняя, средняя и самая верхняя. И догадайтесь, какая мне полка досталась. Правильно, самая верхняя. Я был багажом всю дорогу. На что я подписался? Просто тут такая вонь. Это третий этаж. Прям с вентилятором буду. 17 часов ехать. Я, конечно, все понимаю, но на простынях Белоснежка, сука. К утру все запахи выветрились и стало намного лучше. Кстати, мне попались хорошие соседи. Ну а ты поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить продолжение.